это очень полезно из-за того, что мы играем, получаем опыт и привлечение людей для занятий керлинга. Мне понравилось, как ребята выступали, именно танцевали. И само выступление зрелищное. Такого ни разу не видел на соревнованиях именно. На самом деле все очень хорошо отыграли. Даже если вот на первой игре у нас было много ошибок, мы выиграли благодаря тому, что мы друг друга поддерживали. То есть если мы бы были как-то в разные стороны, не разговаривали бы, не ссорились, то я считаю, что у нас бы не вышло ничего.